Катерина Старшова, молодая актриса, которая стала известной после роли Пуговки в известном сериале «Папины дочки». Девушка не стала продолжать актерскую деятельность. Сегодня она успешно учится на втором курсе медицинского университета. По ее словам, медицина сегодня для нее является главной целью в жизни. Но если ей предложат серьезную роль в кино, она обязательно согласится. Катя родилась в семье фигуристов и с раннего детства встала на коньки. Всем известная девочка в детстве была очень замкнутой и стеснительной. Это не на шутку взволновало родителей, которые отдали ее в специализированный центр эстетики и красоты, чтобы та поборола комплексы. Екатерина много раз участвовала в различных кастингах. Так она прошла отбор и попала в телесериал «Папины дочки». Старшову стали узнавать поклонники. На улице ее часто останавливали, просили дать автограф. Но девочка не зазнавалась. Она продолжала, как прежде, общаться со своими сверстниками. Ее часто приглашали участвовать в телевизионных проектах, и она с радостью соглашалась. Кроме этого, девушка подрабатывает детским тренером в фитнес-клубе. В личной жизни у Кати тоже все сложилось вполне удачно. Старшова встречается с фигуристом по имени Василий. Они счастливы и любят друг друга. Катя любит общаться с поклонниками в сети и делится с ними свежими снимками. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.